Волонтеры называют 10-месячную Глашу кошка-домовенок. Ее подкинули к воротам приюта, но она приучена к лотку, обработана и стерилизована. Глаша, как и сотни других сородичей, оказалась на фестивале «Друг человека» и мечтает обрести новый дом. Большинство этих животных когда-то жили в семьях, но по разным обстоятельствам остались на улице. Забрать питомцев можно совершенно бесплатно. Конечно, в условиях приюта таким кошкам тяжело, потому что они привыкли, что у них есть хозяин, который холит, левеет. А жить в котодоме, это где проживает больше 40 кошек, для них тяжело. И вот такая выставка всегда шанс очень большой, например, пристроить, потому что они адаптивны уже к дому, знают все. На фестивале побывала глава Самары Елена Лапушкина. Она поблагодарила волонтеров, которые помогают животным обрести новую семью, а также всех, кто поддерживает такую благородную инициативу. Здесь работают замечательные люди с большим сердцем, очень добрые, которые занимаются тем, что пристраивают добрые люди вот таких замечательных животных, собак, кошек, даже кроликов. Поэтому призываю всех, дорогие самарцы, посетить эту выставку и выбрать себе любимого, красивого питомца, который будет с вами долгие-долгие годы. Фестиваль-выставка проходит ежегодно. Это уже четвертое крупное мероприятие, которое организовали в выставочном центре Октябрьского района. Это очень значимо для приютов, потому что они могут объединить свои усилия и показать людям, какую большую работу они проводят. И это очень значимо для наших детей, потому что люди, которые приходят сюда с детьми, они с маленького возраста учат ребят правильному обращению с животными, они учат их заботе, они учат их ответственности. Фестиваль объединил все крупнейшие приюты города, в том числе муниципальные, а также участников волонтерских организаций. За два дня самарцы увидели около 200 кошек и 100 собак, и каждый десятый питомец уехал в новый дом. Сегодня есть много людей, много гостей, и почетных гостей нашего города, в том числе, что очень приятно. Поэтому эта выставка важна не только потому, что животные отсюда уезжают в семьи, она объединяет людей. Здесь еще и такая коллаборация организаций, которые могут быть друг другу полезными, знакомиться здесь и придумать вместе что-то новое. Владимира Семенова с супругой год назад судьба свела с волонтерами одного из приютов города. Пришлось вместе спасать щенка. Теперь Владимир вместе с семьей помогает приютам. Не может пройти мимо чужой беды. Собачка прибилась к нам, прижилась, а потом принесла нам щенят. Мы их вырастили и отдали по рукам, по хорошим как бы хозяевам. Но одного щенка пришлось забрать, потому что его довели до такого состояния. Это было кожа и кости. Стационар помогает. Берегите животных. Все-таки это ваши друзья, это ваши помощники. Это животные, которые вас все-таки греют и не дают вашим сердцам зачерстветь. За 4 фестиваля семью обрели около 400 бездомных животных. Самарцы, которые не смогли попасть на выставку, всегда могут познакомиться с питомцами в приютах, напоминают волонтеры. Все животные там привиты, обработаны, стерилизованы. Добровольцы проконсультируют по всем возникающим вопросам. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.